День Победы остается самым величественным и дорогим праздником. Об этом заявил глава региона на торжественном приеме в честь ветеранов войны. Архимед Мухамбетов поздравил героев и подчеркнул, будущие поколения должны помнить подвиг людей, разгромивших нацизм. Самое главное – это то, что сегодня в наших силах. Вчера глава государства в Ахурде провел награждение ветеранов государственными наградами. Когда он выступал, он сказал, что то, что сегодня в наших силах – это вот вас чествовать, показывать вам свою заботу оказывать и, конечно, помогать ветеранам войны. Сама встреча сегодня проходила в неформальной обстановке за чашкой чая. Участники встречи вспоминали свое военное прошлое и рассказывали, как им живется сегодня. И нужно заметить, свои преклонные годы ветераны все так же бодры и не теряют оптимизма. По благодарности всем, за уважение всем, спасибо. День защитника Отечества. Ваши пожелания? Всем жить счастливо, без войны. Счастливы будьте все, здоровы, всего наилучшего. Подарки, в том числе ключи от квартиры, сегодня получил ветеран Великой Отечественной Калиулла Уренгулов. В День защитника Отечества не остались без внимания и другие мужи Аксюбинской области. В числе обладателей высокой государственной награды ордена «Хурмет» Кинес Берманов. Сейчас он является председателем областного филиала Организации ветеранов. Орден «Хурмет» не имеет степеней и вручается за особые заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, а также за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность. Я очень горд. Горд за наш Казахстан, за нашего президента, который вот нас всегда ветеранов поддерживает. Очень рад, что я глубоко рад за эту награду. Спасибо всем. А молодым какой совет дадите, чтобы получить такой орден? Что нужно делать? На благо своей родине служили всегда. Орденом «Хурмет», а также медалью «Ерен Ембегушин» почетными грамотами были награждены около 10 аксюбинцев. Сама теплая встреча продолжилась с концертом. В зале звучали песни военных лет, поднимались тосты за здравие ветеранов. Лизат Сакиева, Жаслан Жубаев. Программа «Факт».